Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Проходил мимо, смотрю, свиноматка загорает. Первое солнце весеннее. Она решила принять загар. Пойдем ее сейчас разбудим. По-моему, она обгорела уже. А то будет тагил сейчас полный. Вот, кстати, свиноматка уже скоро опоросится. Можно посмотреть, сейчас хорошо видно. Уже поотбивались. Ну, отбилась. Сиськи поотбивались уже. Вот вокруг соска такой, как ореольчик появляется. Вот так вот вокруг. Блин. Ну, в общем, со дня на день должна опороситься. А пока принимает солнечные ванны. Ленивая стала до безобразия. Но лимоции даже на меня не реагируют. Так что скоро будет у нас пополнение. Хочу сделать серию видео о том, как они быстро будут расти. Повзвешивать их там при рождении через месяц, посмотреть, сколько будет за неделю добавлять в весе. Свинка хорошая, большая. Ну, ты чё так взлякалась? Сейчас прямо здесь и родишь, успокойся. Ну все, все хорошее, ложись давай. Свиноматка уже у нас второй год это. Она неоднократно уже поросилась. Поэтому опорос для нее не является чем-то новым и непонятным. Думаю, все пройдет хорошо. Ну, хорош. Уже начинает, перестает меня бояться. Это перед опоросом у нее. Становится такая, дружит со всеми. На самом деле противная. О, вот сейчас, смотрите, кидается, кидается. Что? Ты же там пообгорала, может, ты зайдешь в сарай? Тетя. Это я ее разбудил. А то я говорю, будет как в этом самом, наша Раша. Комедийный это был шоу долгое время. И там один заснул на пляже. Тот, что кричал тагил постоянно. Так и она. Алло. Свиномама. Видите ее размеры, это вьетнамец вымахал. Она стала размерами, как небольшая белая свинья. Хорошая, ну все, все, все. Вредничает. Да, да, сейчас, сейчас, конечно. Вот и правильно, заходи давай в сарай. Загоним ее в тенек, а то она что-то заснула и совсем булки расслабила. Эти сараи почистили. Все никак не сделаю. Теплый пол приходится чистить. Ну и, соответственно, собирать кучу говна. Ну ничего. Будет время. Мы летом переделаем этот сарай. Иди покушай. Из рациона у нас сейчас трава зеленая появилась. Ну и плюс хорошо. Кашу по-любому варим. Потому что мамочка. Живот уже тянется по земле. То ли ноги короткие, то ли живот большой. В общем, что-то одно происходит. Несостыковка какая-то.
решила покушать на камеру. Что хорошо во вьетнамцах, они, так как животные не слишком давно отошедшие от корней своих природных, перед опоросом начинают готовиться. И это хорошо видно, поэтому можно не переживать. Сколько раз было, постоянно к вечеру, там, с обеда, начинают устилать гнездо из всего, что только находит. Ну и, соответственно, понимаем, что будет вот-вот, начнется процесс размножения у нас. Поэтому очень легко за поросятками следить. В свою очередь стараемся случать таким образом, чтобы поросята получаются у нас по весне ранней, а вторые по ранней осени. Ну, то есть, чтобы для совсем маленьких поросят, чтобы мы не парились за ними, не грели там, не носились с ними. У них тогда, ну, их легко там проконтролировать, чтобы они не померзли. Вот и сейчас у нас 8 апреля. Пасха, в принципе, сегодня. Делать ничего нельзя, но я ничего и не делаю. Ходил, смотрю, свиноматка лежит на солнце, загорает. Смотрю, красная стала. Думаю, надо пойти ее согнать, а то пооблазит. Ты пооблазишь, ты противная. Что-то кричит там, что-то недовольная. Что ты кричишь? На кого кричишь? Я ж тебя покупал 2 года назад, че сколько там. Скоро будем принимать роды. Скоро наша свинка опоросится. Размеры у нее уже, конечно, она просто огромная стала. Соответственно, я надеюсь, будут и поросята сразу чуть покрупнее. Ну, хотя у них понятие чуть покрупнее, не 100 грамм, а 150. Все равно как мобильный телефон. Даже сейчас мобильные телефоны больше, чем ее поросятки будут. Да? Ну, посмотрим. Я думаю, расти будут хорошо. Погода. Весна пришла. Погода классная. Только размножаться да расти, да? Ух ты, хорошая свинка. Роска, хорошая свинка. Угу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, а мы попробуем с ее ветками провести. Посмотрим, проколем их там всем, чем только можно. И посмотрим на результат, что из них вырастет. Я вам расскажу несколько моментов таких, которым я дошел уже за несколько лет, так скажем, содержания этих свинособак. Ну, что ты кричишь? Не хочет солнце уходить. Витамин D, наверное, нанюхала. Решила запастись им впрок. Ну, в принципе, все, что я хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.